Всем привет! И это прохождение игры Готики 2 Возвращение. В прошлом эпизоде я остановился на том, что как раз выполнил квест по гильдии охотников, а именно убил вепря. Сейчас, я думаю, вот мне стоит отправиться уже назад в гильдию охотников, чтобы доложить об этом. Как раз. Что я думаю, как раз сейчас и сделаю. Так что, думаю, встретимся уже там, в гильдии охотников. Но я, может, еще пока позачищаю лес. Хотя не знаю точно еще. Так что встретимся, думаю, уже в гильдии охотников. Итак, вот и в гильдии охотников. И теперь надо будет доложить Барему о том, что я как раз убил вепря. Вот, получаю 350 опыта. И получаю еще вот какое-то кольцо. Так, ты отдашь мне свой голос. Да, он дает согласие. Как раз. Ну а сейчас, я думаю, нужно будет сходить еще на ферму Анара. Для того, чтобы проведывать там Беннета. Узнать, как у него дела. Также, насколько мы помним, Беннет обещал, что может починить голос Иннеса. Что, в принципе, для меня и нужно. Так, так что, думаю, встретимся уже там, на ферме Анара. Итак, я вот на ферме Анара и подойду теперь к Беннету. Ох, я уж думал, что меня наверняка повесят. Что ж, в конце концов, все кончилось хорошо. Да уж, ты бы видел выражение лица солдата, который выпускал меня. Он был так напуган, что чуть не наложил штаны. Да, чуть не забыл. У меня есть кое-что для тебя. Что ты имеешь в виду? Презент. Я не хочу иметь к этому никакого отношения. Так, какое оружие ты делал? Расспросим у него все, что можно. Так, ну ковать, я не буду пока что обучаться. Так, что за подарок? Мы все слышали о драконах, которые вроде бы появились в долине. Они действительно там. Хорошо, я верю тебе. Ладно, я думаю, ты наверняка захочешь поучаствовать в готовящейся охоте на драконов. И? Вот, возьми этот амулет. Тебе он нужнее, чем мне. В принципе, амулет, думаю, мне пригодится. Вот амулет. Хорошо, я закончу работу. Так вот, я даю ему глаз Иннеса. Он сказал, что завтра он будет готов. Что ж, я подойду к нему завтра уже. Ну а сейчас, я думаю, мне стоит выполнять еще различные квесты. А именно, поискать как раз уже оскверненные статуи Иннеса. Мне их осталось найти всего лишь две штуки. Это, в принципе, не так уж и много. Так что сейчас я уже отправляюсь на поиски оставшихся оскверненных алтарей Иннеса. И как только я найду, я обязательно покажу. Итак, вот я нашел еще один оскверненный алтарь Иннеса. Так. Иннес. Вот, мы видим. Так. Светить от Иннеса. Еще остался один алтарь. Что же, я отправлюсь на его поиски. Итак, что встретимся уже возле следующего, последнего алтаря оскверненного. Итак, вот я нашел последний оскверненный алтарь Иннеса. Иннес. Иннес. Освещаю. Там я вот еще вижу, что это за алтарем было. Вот. Горная порода священной земли. Что ж, забираю, возможно, она мне пригодится. Но сейчас я отправлюсь как раз уже в монастырь. Доложу о том, что я уже выполнил этот квест. Что я полностью осветил все алтари. Зараженные, можно так сказать. Так, сейчас найду только телепорт. Так, вот я уже возле монастыря. Сейчас я буду докладывать обо всем. Возможно, я говорил тебе раньше. Кто-то должен заплатить за это.
так же, как мы помним. Я был, можно так сказать, ну, как объяснить-то, одержимым стал. Вот, я прошу лекарство от одержимости. Вот, даже получил 2 лекарства таких. Я нашел странных альманах. Я нашел странных... Да? Что это за альманах? Я не уверен. Я думал, ты можешь знать, что делать с ним. Воистину, это очень тревожный знак. Я рад, что ты принес его мне. Это было мудро. Я полагаю, что она не единственная. Я подозреваю, что это инструмент ищущих. Они используют его, чтобы контролировать потерянные души своих жертв. Они, очевидно, записывают имена тех, кем они планируют овладеть, в эти книги. Послушай, я дам тебе это магическое письмо. Найди этих жертв и принеси мне их книги. Но сначала ты должен показать хотя бы одну из них Карросу. И не... Ладно, сейчас я покажу Карросу эту книгу. Только что он ее не забрал. Так. Также доложу, что я очистил все статуи Инноса. Я очистил все алтари. Превосходно, сын мой. Я горжусь тобой. Возьми это там. Также он мне дал в награду амулет власти. В принципе, довольно-таки неплохой амулет. Прибавка к ловкости 10, к силе 10. Возможно, мне даже пригодится. Так, этому скажу, что я нашел немного. Я смог... Очень хорошо. Акций. Осталось еще 4. Как я вижу. Также надо будет выпить лекарство от одержимости. Все. Это все сплетни. Еще подойду сейчас к Карросу. Эй! Так, ага, даю его свитки. Отлить. Так. Есть ли способ защититься от ментальных... Понятия не имею. Так, неужели он книгу у меня забрал? Да, книгу у меня он забрал. Ну ладно, ничего. Открою это, где это письмо специальное. Магическое письмо Пирокара. Как мы видим, здесь даже, можно сказать, немного не переведено игрой. И вот что в нем написано. В нем написано Фернандо, Вина, Малок и Брамор. Видимо, это как раз имена тех, кто был одержимым. Что ж, надо будет тоже побеседовать с ними. Это абсолютно очевидно. В следующем я побеседую с Фернандо. Как раз находится в городе. Также в городе находится еще Брамор. Так что сейчас отправляюсь в город. И встретимся мы уже там. Итак, вот я уже сейчас в городе. Теперь мне стоит побеседовать с Брамором. Итак, тебе все хорошо? Да, видно, что не совсем все хорошо у него. Его еще сделали одержимым. Главное, чтобы он не сгорел. Главное, мне его не убить. Конечно же. Осторожно! Так. Покажи ему, где раки зимой. Вот для этого просто нужен мне одноручник. Итак. У него есть тут немного вещей. Здесь у него альманах одержимых. И ключ от комнаты в борделе. Что это за комната? Ну, я, в принципе, уже знаю, что это... Скорее всего, вот эта вот комната, наверное. Да, действительно, это так. Так, что в ней есть? В ней есть, конечно же, сундучки. Так, ну, в этом почти ничего нету. Так, что-то есть. Да, вон еще один сундучок. Начнем заново. Потом я бы что-то получше. Начнем заново.
Начнем заново. Замок. Начнем заново. Так, два серебряных блюда, серебряная чаша и 100 золотых монет. В принципе, довольно-таки неплохо. Так, а можешь мне что-нибудь сказать? Ты одержим. Что? О чем это ты? Так. Теперь надо будет мне поговорить еще с Фернандо. Я как раз думаю, сейчас и сделаю. И потом остается только в списке вина уже. Мы помним, что его ищущие утащили. Я слышал другое. Можешь так сказать. Придется мне, значит, мне разобраться еще с ищущими. Итак, вот я уже возле Фернандо. Но прежде, я думаю, сохранюсь. Итак, я сохранился, и теперь надо будет поговорить с Фернандо. Так, как идут дела? Как идут дела? Не сказать, чтобы очень... Я тоже так. Так, ты продавал оружие бандитам. Ты продаешь... Почему это ты так... На списке про... На мечах, которые были... Теперь тебе не отвертеться. Я не хотел этого делать. Ну, ты... Так, тобой займется стража. С тобой разбер... Ты не можешь так... Еще как могу. Сам увидишь. Ой, нас! Я пропал! Так, у тебя все хорошо? Да как мы видим. Он тоже может сказать. О, бог мой, драка! Сейчас быстренько его изобьем как следует. Но он не такой уж хороший боец, как я вижу. Бог! Ведь лучше, если этот альманах будет у меня. Чтобы он как бы не доделал, еще каких-нибудь лишних дел. Итак. Забираю у него альманах одержимых. Остался теперь только... Один вина как раз уже. Я слышал другое. Но там находится куча ищущих. Что ж, думаю, придется мне сейчас расправиться с ищущими на ферме Лоберта и найти последнюю книгу. Итак, начну я сейчас потихоньку разбираться с ищущими. Но это, в принципе, я все вырежу. Итак, я вроде убил всех ищущих. Пойду искать уже вина. Вот, похоже, и он. Я вижу его кушать драконий снайпер. Все, драконий снайпер мертв. Вот и вина есть. Альманах одержимых. Как раз тот самый последний, который мне нужен. Что ж, я нашел все необходимые альманахи. А теперь можно отправиться в монастырь. Но прежде, я думаю, еще пока что поищу все мне необходимые как раз специальные такие вот, можно сказать, подпольные акции. Которые мне необходимо найти. Что ж, я их как раз поищу. Сейчас я как раз их покажу. Где они тут у меня? А, я же их отдал все, точно. Осталось, как мы помним, мне еще 4 акции найти. Что ж, я поищу. И, кстати, первые как раз такие, можно сказать, еще акции. Я знаю, есть как раз у Хакона. С ним, по-моему, еще не говорил. Он узнал это не от меня. Как раз вот сейчас с ним поговорю насчет акций. Надо бы еще и доложить как раз Ватросу об этом, о том, что я как раз уже знаю, кто продавал оружие бандитам. Эй, ты! Он сейчас находится на круге солнца.
Итак. Где ты взял эти акции, что ты продаешь? Извини, но я не могу сказать тебе этого. Для меня... Вот. У него есть как раз еще, можно сказать, одна такая акция. Что ж, это, в принципе, хорошо. Сейчас хочу закупиться еще немного напитками. Ты продаешь? Да. Также вот еще узнаю, что Зурис продает такие акции. Вот, я вижу, у него есть еще два таких особых напитка. Плюс у него есть еще пламя Ласгора. Вот так вот все это, в принципе, хорошо. Ну, думаю, прежде всего я куплю себе напиток на ману. Мне пригодится немного напитков на лечение. Так, сразу же, конечно же, выпью этот напиток на ману. Прибавлю себе 2 к мане. Таким образом, моя мана уже 104. В принципе, неплохо. Но я пока что отправляюсь дальше на поиски этих самых подпольных акций. Итак, сейчас на ферму Сокобы. Вижу, что тут происходит что-то как раз не так. Интересно узнать, что же тут произошло. Что-нибудь случилось? Ты должен помочь мне. Мой дом заняли люди в черных рясах. Ты должен помочь мне, о великий маг. Эти люди говорят, что кого-то ищут. Но почему-то в моем доме. Пожалуйста, помоги мне. Заставь их убраться. Видимо, они как раз ищут ту самую книгу Ксардоса. Что же, надо обязательно их убить, этих ищущих. У тебя... Но более... Что же мне тут поговорить еще с Рози? Поговорю я с ней, потому что она... А тебе... Тоже продает эти фальшивые акции. Что выбер... Итак... Покупаю вот эту фальшивую акцию. Так, надо будет мне купить еще 10 обедов. У меня немного не хватает денег. Поэтому продам ржавые мечи. Осталось, насколько я знаю, найти мне всего лишь одну акцию. Это, в принципе, не так уж и много. Ну а сейчас, я думаю, вычищу как раз этот дом от ищущих. Но зачистку, я думаю, вырежу. Итак, я зачистил дом от ищущих. Теперь попробую открыть этот сундук как раз. Итак, вот похоже и та самая книга «Зал Эрдората». Также там была руна «Вызвать скелета гоблина». Ну и еще немного полезных вещей. Так, ну теперь надо еще доложить Сокобе о том, конечно же, что я зачистил полностью его дом. Тыщущих, так. Твой дом свободен. Твой дом... Спасибо тебе, о великий маг! Что бы с нами сталось без защиты духовенства? Не так быстро, мой друг. Меня интересует только одно. Что эти люди в черных рясах делали в твоем доме? Я сам не понимаю, о великий маг. Что? Прошу извините меня. Несколько лет назад я поклялся никогда не говорить об этом и не собираюсь нарушать свою клятву. Все, что я могу сделать, это дать тебе немного золота. Тогда давай его сюда. Вот. Получаю еще целых 250 золотых монет. Довольно-таки неплохо. Ну а сейчас, я думаю, мне, наверное, стоит сходить уже как раз в монастырь и доложить о том, что вот я как раз нашел эту самую книгу по заданию Ксардоса. Ну и плюс к тому всему еще отдать все оставшиеся как раз эти акции. Тут, по-моему, еще не хватает одной. Но ничего, я ее еще поищу. Ну, а сейчас вот я отправляюсь в монастырь. Так, где тут телепорт монастырь? Также мне надо будет выложить какие-то вещи в сундук. Еще. Спрашивать нельзя об этом. Это было всегда очевидно. С этого будет так не проблема.
Так. Я... Очень хорошо. Ты должен изъять... Так, всего лишь осталось одну... Как раз эти фальшивую акцию. Итак. Вот, я принес от Ксардоса эту книгу. Я принес эту книгу от Ксардоса. Это знак его доверия. Покажи. Но это невероятно. Это древо. Так. Да. Все. Он отправляется как раз туда, на круг солнца. Я прежде сейчас занесу одну книгу Карросу. Быстренько. Так. Эй! У меня есть альманах одержал. Покажи. Да, это может подойти, но я уже уверен. По моему мнению, эти... Так. А сейчас пока... Еще Ирокар не ушел. Подожди минутку. Я ему быстренько доложить о том, что... Вот я могу тебе еще... Я могу рассказать еще... Говори, брат. Я нашел еще несколько книг ищ... Это хорошо. Вот, возьми. Это дар. И не забывай время. Возможно, они попытаются проделать... Он сказал про то, что возможно. Сейчас их пока что нет, но возможно ищущие попробуют сделать. Также вот, можно сказать, контролировать на людьми позже уже. Что ж, следующих, я думаю, поищу уже в следующей главе. Но теперь договорюсь с Карросом как раз уже. Я... Он еще далеко. Так. Я... Понятия не имею. Выяснил что-нибудь новое? Я работаю над этим. Надо прийти позже. Ладно, я приду позже. Как раз. А сейчас, мне думаю, стоит сделать последнее приготовление перед тем, как отправиться в долину рудников. Потому что я собираюсь отправиться в ближайшее время в долину рудников. По квесту антиквариат, как раз по поиску драгоценных каменных вот этих вот, как их назвать сейчас, мраморных статуэток Инноса. Что я как раз и сделаю. Но первым делом, я думаю, стоит немного прокачать ловкость как раз. Если хочу немного повысить ловкость. И обучиться карманной краже. Что я думаю и сделаю. Но этому я буду обучаться в городе. Так что встретимся уже там. Итак, сейчас я возле Лоресы. И я буду обучаться сейчас ловкости как раз у него. Он так и по поводу насчет... Мне удалось спасти некоторых из... Я знал, что... Так, научим мне чего-нибудь. Три. Так, теперь моя ловкость, вот я вижу, уже 15. 16, 17, 18, 19. Теперь надо обучиться сразу по 5 очков обучения. Все. Ты уже стал. Моя ловкость теперь 24. Большая ловкость прокачивать не буду. Поэтому я могу спокойно принимать все напитки на ловкость. Повышать себе ловкость буду теперь только напитками, каменными табличками и всем подобным как раз. Ну а еще, что я хотел бы сделать в этом эпизоде. Это хотел бы я выполнить один квест, который называется «Странный торговец». Как мы помним, еще в начале второй главы меня остановил Торбан и сказал, что его племянница Грита пропала. Сказала, что уходит в лес к какому-то странному торговцу. Возможно, действительно, это были бандиты, и ее похитили. Что ж, я отправлюсь в этот лес, но прежде я посплю, думаю, до утра. Также у меня еще произошел какой-то баг. Я не знаю, из-за чего у меня появилась вторая, как раз это овечья шкура. Не знаю, что это за баг был такой. Но все же шкура у меня появилась. Также, возможно, там в лесу есть какие-то еще звери. Но, в принципе, мне это, думаю, вычистить все будет не проблема. Итак. Вот как раз этот самый лес.
Так, да, видимо, есть действительно звери. Так, что здесь у нас еще есть? Видно, вот восстановился один гор. Мы поняли, здесь раньше были горки. Так, перепродвигаюсь дальше. Итак. Что у нас здесь еще? Ага, вон, я вижу, впереди еще восстановился мракорис. И пару волков. Помните еще в первой главе, как я охотился здесь с Бартаком? Бывал здесь мракориса. Сейчас появился еще один мракорис. Все. Получаю, конечно же, полезные вещи. Например, вот такие, как рог мракориса. Оль довольно-таки дорогой, ну и шкура тоже, в принципе. Итак, продвигаюсь дальше. Что у нас здесь дальше есть? Опять тут шершни эти всякие. В принципе, мне с ними справиться не проблема. Как раз вот дальше находятся уже бандиты, эти самые. И перед как раз их уничтожением я сохранюсь. Потому что бандиты здесь намного сложнее обычных. Так что сохраниться здесь просто обязательно необходимо. Итак, я сохранюсь. Итак, вот сейчас я сохранился. И теперь можно отправиться уже как раз убивать бандитов. Но прежде надо немного восстановить ману. Именно 10 маны, вот. Все. У меня есть такая хорошая вещь, как огненный шторм. Так. Вот какие-то бандиты уже попередохли. Какие-то еще нет. Да. Последний бандит только хотел убить. Он тоже сгорел, как и все остальные. В принципе, с огненным штормом их убить проще простого. Теперь осталось только походить и собирать хорошие вещи, которые у них были. По-моему, должен быть еще где-то один бандит. Так, ну да ладно. Если он не сгорит, то, я думаю, смогу добить его посохом. Все. Вот так вот я расправляюсь с бандитами. Так, ну теперь надо идти дальше, как раз. Уже смотреть эту всю палатку. Вижу, что здесь как раз есть Гритта. И она говорит, зачем ты убил все этих, можно так сказать, милых людей? Она, видимо, даже еще не знала, что это были бандиты. Но я ей расскажу всю правду. Также она попросила еще вывести ее отсюда, из этого леса. Что ж, я ее выведу. В принципе, мне это сделать не так уж и сложно. Так. Только она почему-то не идет. А потому что она застряла здесь в палатке. Поэтому она как раз и не идет. Сейчас она идет, да, идет. Сейчас я ее как раз выведу. Ну, лес тут, в принципе, небольшой, так что вырезать ничего не буду. Сразу же я доложу об этом Торбану. В принципе, вот уже, наверное, можно так сказать, уже и конец леса. Осталось совсем недолго идти.
Так. В принципе, вот уже и город виднеется. Я бы сделал это по-другому. Дальше она сказала, что сама дойдет. Итак, теперь надо доложить об этом Торбану. Так, ну а Торбан, видимо, еще спит, отдыхает. Так. Где Торбан? Вот он. Эй, ты! С Гритой все в порядке. И в качестве подарка... Я готов. Прежде всего, он обучает меня вскрыть из замков. Еще вот так, можно сказать, повышает мою ловкость в этом как раз деле. Ну и в принципе все. Вот так вот хорошо закончился этот эпизод. Но в следующем эпизоде, я думаю, уже отправлюсь в Долину Родников по квесту Антиквариат. Как раз уже. Возможно, также повыполняю еще какие-то квесты в Харинисе. Ну, в принципе, мне тут осталось не так много квестов выполнить. Так что, скорее всего, с самого начала эпизода я отправлюсь уже в Долину Родников. И поскольку я заканчиваю этот эпизод, я с вами прощаюсь до следующего эпизода. Также я всех поздравляю с наступающим Новым годом, потому что до Нового года осталось буквально несколько дней. Ну и прощаюсь с вами до следующего эпизода. Всем пока!